Друзья, всем огромный привет! Мы с Украины, и это центрально-западная часть нашей страны. Ну, наконец-то у нас установилась такая более-менее теплая погода, потому что весна у нас в этом году довольно холодная и поздняя. Я вчера сделала огромную покупку, не все осознанно, потому что я прикупила одно растение во двух экземплярах, которое мне некуда сажать, а это астильба. Это астильба. Она вот такая красивая, розового цвета, пушистая, соцветие. В моем саду нет места для астильбы, так как у меня в саду нет тенистых мест. Если вы смотрите мои видео, вы знаете, что в прошлом сезоне я делала огромный цветник микс бордер на своем участке. Он действительно огромный, потому что этот цветник занимает площадь, наверное, 50 квадратных метров. Точно я не мерила, он неправильной формы у меня, но квадратов 50 он имеет. И вот в этом цветнике у меня уже высажены многолетние цветы, многолетние растения, кустарники, луковичные. Но недостаточное количество многолетников. В большие цветники, в большие микс-бордеры нужно высаживать от 3 до 10 штук растений одного вида, одного сорта и одного цвета, создавая повторение, так называемый ритм в этом цветнике, для того, чтобы этот цветник смотрелся гармонично и красиво. Некоторых растений в этом цветнике у меня недостаточное количество, поэтому я прикупила. Например, аконит. У меня высажено всего 2 аконита, и то разного цвета. Это аконит кармихеля и аконит биколор. Вот я прикупила еще такого же цвета, как аконит кармихеля, аконит аренси. Это сорт аренси. Мои повыше будут, те, которые посажены осенью. А этот высоту всего 80-100 сантиметров, но одного цвета. И купила их уже хорошие корневища с ростками. И сегодня планирую досадить. Кроме того, в этот же цветник я прикупила лиатрис. Высажено у меня там 2 кустика лиатриса белого альба. И вот я докупила еще 3 упаковки. Я была уверена, что это 3 штуки, а оказывается, здесь по 4 штуки в каждой упаковке. Здесь 3 упаковки по 4 штуки. Теперь я буду засаживать не только, его подсаживать не только в свой микс-бордер, в свой большой цветник, но и еще на другую клумбу. Ничего страшного, не пропадет. Здесь корневища тоже неплохие. Довольно неплохие, уже с ростками. Лиатрис у нас любит сухие солнечные места, поэтому в большом своем цветнике, в микс-бордере, я буду делать для него небольшие холмики, для того, чтобы не заставилась вода, и высаживать, стараться высаживать на передний план, вернее, на выдвигать его вперед, чтобы ему попадало достаточное количество солнца. Кроме того, я купила, не смогла удержаться, и купила 2 хосты. Очень красивые ростки были, особенно вот на этой хосте. Хотя есть у меня такой сорт в саду, хоста White в Рим. С белой каймой и зеленой серединой. Такую хосту мы можем высаживать в полутенистом месте, не обязательно в полной тени. И второй сорт хосты, который я купила, это хоста Alvetin Taylor с голубым листом и салатово-желтой каймой по краю листа. Такого сорта у меня еще не было.
корешок немножко хуже, меньше и росток поменьше. Тем не менее, я его купила, приобрела. Очень хочется иметь такой сорт. Это для тенистых мест, именно для тени. Потому что хоста с голубым цветом листвы высаживается только в тенистом месте, для того, чтобы она не потеряла свой голубой цвет. Если смотрели мои предыдущие прошлогодние видео, вы наверняка помните, что я пыталась создать большой цветник из флоксов. Я прикупила в прошлом сезоне в интернет-магазине большое количество сортов, а это 11 сортов флоксов, которые пришли в очень нехорошем, непристойном виде. Они все были сухие, практически неживые. Из всех 11, наверное, один и выжил. Значит, в интернет-магазине Добродар я заказала посылку из 9 сортовых флоксов. Значит, мне пришло 10. Вот это пришло в подарок. Вчера прикупила еще 3 сорта флоксов. Это вот такой флокс Винсор ярко-розового цвета, сиреневого цвета флокс Катерина и белый флокс Рембрандт. Все 3 имеют хорошие корневища, ростки уже зеленые. И хочу рассказать, когда, в каком случае мы можем сразу высаживать на постоянное место вот такие вот корешки, приобретенные в магазине, уже с зелеными ростками. Если растения этого вида уже у вас высажены на ваших клумбах, в саду, в открытом грунте, и они уже в этот период времени выпустили зеленую листву, вы можете спокойно эти растения высаживать в открытый грунт. А вот так выглядит сейчас аконит на моей клумбе. Листья зеленые, поэтому подтверждаю, что можно высаживать это растение в грунт. Если же растения этого вида еще сидят в почве, еще не выпустили свою листву, значит, нужно либо укрывать их после высадки, либо придержать в холодильнике до потепления, скажем так. Сейчас я все это буду высаживать на свои клумбы и буду показывать, куда и как я это буду делать. На улице стало не просто тепло, на улице стало очень жарко. А это моя клумба с флоксами. Здесь и в следующей части растут высаженные в прошлом году флоксы. И снова планирую подсадить этих 3 куста. Прошлогодние посадки моих флоксов сегодня выглядят вот так. Уже на них появилась молодая листва, из чего я делаю вывод, что можно высаживать в открытый грунт купленные мной флоксы. Ничего особенного с ними делать я не буду. Буду сажать просто, как обычное растение. Выкопала лунку, полила хорошо и посадила, закопала все. Немножко притяню, потому что очень яркое солнце. Растения все-таки у нас из супермаркета. Они находились, скажем так, в полутемном помещении, в коробках, даже в темном помещении. Они все это время находились в коробках, поэтому я их чем-то притяню. Скорее всего, это будут какие-то ящики пластиковые. Их у меня достаточное количество. Значит, просто копаю 3 лунки. Растение маленькое, будет первое время, первые годы наращивать свою массу, куст. Замочила ненадолго в растворе фитоспорина свои корневища, лиатриса и флоксов. Прошло уже более часа, как замочены мои корневища, и буду их высаживать. Выкопала ямки поглубже. Разравниваю корешки. Расправляю корешки. Побольше воды. Целую лейку на такую ямку, чтобы просто сажать в грязь. Сейчас еще хорошо полью сверху водой, ну и
немного, конечно, фитоспорина добавлю. На всякий случай. Дело в том, что флоксы все-таки имеют предрасположенность к грибковым заболеваниям. Поэтому, конечно же, для флоксов лучше использовать какое-нибудь фунгицидное средство, так как сейчас у нас еще теплая, хорошая погода, теплая, высокая температура, плюс 14 градусов, будет уместно использовать и фитоспорин. Точно так же сейчас я высажу и другие два флокса. Итак, все три флокса у меня посажены. И рядом с этими флоксами я буду сажать клубеньки лиатриса. Вот они. Они тоже уже были вымочены полтора часа в растворе фитоспорина. Я выкопала для них ямки. Четыре штуки здесь и еще три вот продолжение этой клумбы. Вот туда подальше будет продолжение этой клумбы. Для лиатриса я копаю лунки небольшие, вот просто на глубину всего вот этого клубенечка вместе с вот этой верхушкой, вместе с ростком. Я их закопаю так, чтобы эти ростки оказались в почве. Четыре штуки я сейчас высаживаю здесь, а три на следующей клумбе. Это продолжение этой клумбы. Там тоже у меня высажены флоксы. А вот это и есть мой тот самый большой цветник, мой самый большой миксбордер, который я делала прошлой осенью. Засаживала его растениями, многолетниками, пересаживала свои кустарники и свои розы. В общем, здесь у меня растут и гортензии, и розы, и самшиты, и много многолетних и луковичных цветов. И вот именно сюда, в этот миксбордер, я сейчас буду подсаживать и акониты, и лиатрис. Корешок аконита выглядит вот так. Такое корневищное растение, я бы сказала. Два корешка. Все, приступаю к посадке. Напомню, друзья, что буду сажать два аконита. И вот четыре у меня осталось, нет, пять штук лиатриса. Все вымочено в фитоспорине. Нашла место для аконита в самом начале моего цветника. В самом начале моего миксбордера, вот у этой ширмы. Сажаю самым простым способом. Небольшую лунку, только так, чтобы поместился его корешок. Вот этот его клубенечек. Хорошо поливаю. Я буду делать примерно одинаковое расстояние между аконитами.
Два аконита будут сидеть рядом, немножечко подальше, но они разного цвета. И еще один из аконита вот такого же сорта я посажу дальше за ними. Потом вам покажу все, в общем, всю эту клумбу, весь этот миксбордер. И таким образом получится у меня повторение цветов одного вида и одного цвета. И будет у меня три аконита темно-фиолетового цвета и один пестрый, то есть биколор. Он имеет бело-голубой цвет. Нашла, наконец, я место для своих двух астильб. Это будет посадка вот в этом ряду, в этой рабатке. Здесь у меня уже посажена парочка пионов, вернее, они остались после пересадки пиона в этом месте. Здесь у меня растут два куста метельчатой гортензии, один высокий и второй рядом низкорослый. И здесь же я высажу два куста астильбы. А здесь будет полутень, южная сторона у меня там. Оттуда будет прикрывать вот этот кипарисовик. А в другое время, когда солнышко повернется на западную сторону, будет прикрывать ветки из моих черешин. Думаю, понравится это место для моей астильбы. Другого все равно нет. Выбора у меня нет. Все, приступаю к посадке. Сегодня нужно успеть это все посадить. Думаю, хосты высаживать пока рано, поэтому некоторое время они у меня проведут в моем холодильнике.